Красноярцев просят рассказать, сколько раз они моются в душе. Такой необычный вопрос задают коммунальщики. Эта информация нужна специалистам, чтобы рассчитать нормативы потребления холодной и горячей воды в тех квартирах, где нет счетчиков. Также горожан призывают поделиться, сколько раз пользуются ванной, раковиной и другой сантехникой члены всей их семьи. Специальную анкету можно заполнить на сайте Министерства ЖКХ края до 10 декабря. Эту инициативу, а также тему счетчиков и нормативов потребления воды мы продолжим обсуждать в 20:30 в программе «После новостей». Свои вопросы вы можете отправлять на наш СМС-сервис по номеру 9020 в начале ТВК пробелы, далее текст сообщения.